Всем доброго времени суток. Сегодня хочу поговорить о ресурсе Web of Trust, или попросту WOT. Отдельно хочу выразить благодарность пользователю Ван Касселу, который показал мне это приложение. Вот, это приложение служит как ресурс, который может обезопасить от вредоносных сайтов. То есть само приложение – это расширение, которое дает возможность показать, насколько сайт безопасен или же нет. Очень выгодное предложение, очень полезное для тех, кто занимается заработком в сети. Дополнительно ко всем тем приложениям, видео, которые я снимал до этого, по поводу, сколько стоит сайт и все остальное, вы можете найти у меня на канале. Это же приложение, как маленькое расширение у вас в верхнем правом углу, подкрепляется таким вот, видите, колесико такое. На него можно нажать, и здесь можно выставлять свои рейтинги каналу, сайту, блогу и так далее, социальной страничке. То есть вы таким образом высказываете свое доверие или же наоборот недоверие этому ресурсу, на котором вы находитесь. То есть то же самое происходит и с ресурсами по заработку. Если ресурс врет, чаще всего люди, которые знают о таком ресурсе, они выставляют свой рейтинг. То есть если ресурс врет, то автоматически это будет сайт-мошенник. То есть чем больше негативных отзывов, тем сайт хуже. То есть сразу же это приложение WOT, оно сигнализирует о том, что сайт находится в зоне мошенников, в зоне неблагоприятных ресурсов, и стоит задуматься, прежде чем на него переходить. Сразу же выскакивает баннер. Давайте я продемонстрирую, как выглядит баннер на ресурсе JBRX. То есть этот ресурс WOT определил JBRX, ресурс, кстати, который тоже я, о котором рассказывал у себя на канале, есть видео, я прикреплю, посмотрите. Если захотите, можете точно так же взять и проверить его, проэкзаминировать. Вот так. На ресурсе JBRX этот ресурс вот как раз таки ругнулся. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот я перешел на ресурс JBRX. И у меня в данном случае, видите, вот, внимание, JBRX.com, у этого сайта плохая репутация. Видите, что плохо, плохо, безопасность для детей плохо, заслуживает доверия плохо. Пользователи определили этот сайт как мошенничество, подозрительный сайт, потенциально незаконное, отрицательный опыт сотрудничества. Посмотреть оценки и комментарии. Вот, если доверяете этому ресурсу, вы можете его открыть. Если же нет, нажимайте назад, и этот ресурс будет закрыт. Давайте посмотрим оценки. Можно перейти на страницу вот, посмотреть отзывы людей. И так по каждому ресурсу, с которым вы будете сталкиваться в интернете. Если вы занимаетесь заработком в интернете, вы, по крайней мере, можете себя взять и проверить на эту вот фальшь того или иного ресурса, насколько он, ему можно доверять. Так, давайте посмотрим, как его устанавливать. Смотрите, это у меня Opera 17+. Здесь я уже установил это приложение. Видим, галочка стоит, установлен. Давайте посмотрим, как это на Chrome происходит. Ссылочку на ресурс я вам оставлю. Вы просто, в зависимости от того, какой у вас будет браузер, это может быть Firefox, тот же Chrome, Opera, у вас по этой ссылочке сразу же загорится вот эта зеленая кнопка, в зависимости от того, до каким браузером была открыта эта ссылка. Вот. В данном случае я вам показываю на Chrome. Chrome, видите, у нас светится. Нажимаем кнопку. Это обычное расширение, опять же таки говорю, оно у вас просто будет постоянно активно в правом верхнем углу. Ну, опять же таки, все зависит от браузера, от дизайна, когда это может быть дизайн меняться браузера, поэтому в данном случае это в правом верхнем углу, потом это может место измениться, но суть не в этом. Вот. Вы добавляете это расширение себе, видим, что расширение вот установлено, активируйте расширение, нажав на этот значок. Видите, оно активно, опять работает. Вот так вот оно работает. Замечательно. И если вы будете попадать на сайт, который ресурс определяет как мошенник, у вас просто будет всплывать баннер. Видите, мигает. Разного рода письма будут приходить. Вы можете их открывать, смотреть в моем профиле. То есть все очень просто. Также можно на страничке, после того, как вы установили, поставить себе подходящий для вас уровень защиты, стандартный, легкий, родительский. Ну, кому как угодно, я ставлю стандарт, написано рекомендуется, поэтому я ничего не меняю. Вот, можно зарегистрироваться. Зарегистрируйтесь для доступа к социальным функциям WOT. Бесплатно. Если у вас уже есть учетная запись WOT, нажмите вход.
взять, зарегистрироваться достаточно просто. Ввести всего лишь надо логин, адрес электронной почты, пароль. И надо подтвердить пароль, после этого нажать галочку и нажать сохранить. Все очень просто, ресурс отличный. То же самое можно проделать и с Firefox. Показывать этого не буду, потому что все доступно, все просто. Это обычное расширение, приложение работает в виде расширения, которое постоянно у вас будет в правом верхнем углу светиться со всеми остальными расширениями. И уже вас пытаться будет обезопасить от вредоносных ресурсов, от ресурсов мошенников и так далее. Что хотелось бы заметить, что иногда некоторые отзывы, они не совсем объективны. У человека не совсем получилось связать свою судьбу с тем или иным ресурсом по заработку в интернете, и он сразу же его минусует, ставит в негатив, и после этого формируется, конечно же, негативная информация по тому или иному ресурсу. Если его заминусовали какое-то количество людей, он уже автоматически этой программой воспринимается как мошенник. Поэтому иногда, конечно же, все-таки приходится это приложение уже досконально изучать, и приложение вот это как бы дополнительный плюс, но тем не менее иногда приходится его мнением брать и пренебрегать. В принципе, для этого создан мой канал, и я стараюсь эти приложения выводить уже на чистую воду при помощи комментариев вас, дорогие телезрители или дорогие пользователи интернета. Поэтому вот такое приложение вот, в принципе, тоже дополнительный бонус, дополнительный помощник в нашем не таком простом уж деле. Всем спасибо, надеюсь, это видео было полезным для вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего доброго и всем хороших заработков. До новых встреч, пока.